Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Lexus GS300 2006 года выпуска, 3 литра, автомат. На этом автомобиле мы сегодня установим защиту двигателя, металлическую, пластиковую защиту родную. Хозяин растрепал, машина низковатая, говорит, и везде цепляет. Последнее, что он добил ее, это трава. Жесткая трава, говорит, заезжаешь на дачу, и все, она, говорит, кусками отлетает. Посмотрели, новая защита стоит там каких-то нереальных денег. Из двух частей состоит защита двигателя, пыльник, и защита коробки. Поэтому он нашел в интернете, в Москве кто-то изготавливает из ребят металлическую защиту вместе с креплением. Сейчас поднимаем автомобиль, смотрим, как она устанавливается, и устанавливаем ее. Поднимаем. Вот такая вот защита упакованная. Здесь же примотан сразу комплект установочный. Фирма идет Альфека. А здесь ее маркировка. Написано просто Lexus GS300, а маркировка ее непонятна. Здесь нету маркировки. Вот маркировку не скажу, не написано. Ладно, распаковываем. Открутил пластиковую защиту, и вот здесь впереди рамка радиатора нижняя, туда положил с обоих сторон вот таких две закладных, они идут в комплекте. Теперь снизу в пластиковой защите вырезал два квадратных отверстия, прямоугольных таких, ну, чтобы болт мог двигаться у нас туда-сюда. Сейчас берем и этот болт наживляем в эту закладную. В резьбу. Вот с одной стороны. И также с другой стороны. Тоже наживил. Теперь поднимаем защиту и одеваем ее на эти болты. Здесь в защите прорезы есть такие. Установочные. Одеваем одну сторону, потом одеваем вторую сторону. И покажу, что сзади. Самое интересное, инструкции по установке нету. Куда прикручивать, что прикручивать, бери, сам догадывайся. Вот так. И здесь точно так. Честно говоря, неудобная конструкция. Здесь получается вот на эти уши прикручивается здесь болтом и снизу болты.
теперь подтягиваем спереди. Вот эти оба болта. И идем сзади. Вот эти боковые болты мы их закручиваем. Вот так вот защита стоит. Ну, честно говоря, мне не понравилось, как она здесь придумана. На этом все. Всего вам доброго.